Татьянукамбхам сусамикшаманам буньяну еватмакрито бипакам ридбаг бхивиривидада намасте живето мукти падеша дайва. Татьянукамбхам сусамикшаманам буньяну еватмакрито бипакам ридваг бапубхирвидада намасте живето бхакти паде садаяха. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told that slightest deviation from the track of your Guru Padma can ultimately throw you away from bhajan. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told that the slightest deviation from the track of your Guru Padma can ultimately throw you away from Hari Bhajan. Actually, point is that apparently we cannot understand this point. How it is possible? Because when bonded soul taking shelter unto the lotus feet of Śrīla Prabhupāda сказал, что малейшее отклонение от пути указанного Guru Padmy, оно скинет нас с пути Бхаджана. Обычно, когда обусловленная душа принимает прибежище у лотосных стоп Садгуру, то не в то время в большинстве у них нет такого полного самопредания. Но я уже говорил, что дикша – это долгая процедура, через которую вы обретете милость Гурудева. Не 100%, но какую-то милость вы, несомненно, обретете. И если вы искренне достаточно, то тогда вы можете развить ваше самопредание лотосным стопам Гурупадмы, и в один из дней вы будете соответствовать всему. И тот день, когда вы докажете, что вы полностью предались Гурудеву, то в этом случае можно обрести настоящую силу Харибаджана. Иначе, как, поскольку Гуру Крипа – это Чит Крипа, милость Сваруп Шакти. И так или иначе, чем больше мы показываем наше самопредание лотосным стопам Гуру Падмы, тем больше силы обретаем. И вот это мы не всегда можем понять эти слова. Есть какая-то разница между мнением Гурудева и ученика, иногда разница какая-то. Но суть в том, что если сегодня мы думаем, что есть мы как немного наш мы, если мы немного не следуем Гурудеву, то если мы в процессе нашего баджана, мы не сможем покрыть эту разницу, мы не сможем устранить ее, то тогда в итоге эта разница станет все больше и больше. Как Махарадж пример приводит с двумя линиями, которые не параллельны. Они, если их продолжить до бесконечности, то расстояние между ними все больше и больше будет. И вот как в этом киртане говорится «Арна кариха мунаша», то здесь говорится, что у нас не должно быть никакой корысти, ничего. Когда мы, наше сердце будет находиться в полной гармонии с Гурудевом, то тогда мы увидим, что все желания Гурудева не отразятся в нашем сердце автоматически. Это случится. И когда мы наше сердце полностью будет в гармонии с сердцем Гурудева, то мы обнаружим, что Гурудев хочет, чтобы мы что-то сделали, и таким образом это особая сила Садгуру. Садгуру, он может находиться в Индии, Майяпуре, например, но он может даровать свою силу ученикам, которые находятся тысячи миль от него. И
И в этом секрет, когда я возношу вандану Шриле Прабхупаде и Шриле Гурудеве, то автоматически я чувствую, что мне нужно говорить, они предоставляют мне это. И вот Апракрита Шабда Брама, мы не можем произвести ее. Апракрита Шабда Брама, мы не можем произвести это автоматически. Но у нас должна быть связь с тем трансцендентным миром. У нас должна быть связь с трансцендентным миром, и тогда эта Шабда Брама, она явится и начнет танцевать на нашем языке, как вчера я говорил одну шлоку, и сейчас я тоже повторю ее. Очень аналитически можно обсуждать эту шлоку, и там это описывается, как это может произойти. И вот есть какие-то люди, которые могут говорить красиво, но это не равно преданному, который может говорить Харикатху по милости Гуру Вайшнавов. Это разное. Хотя внешне может похоже, что он тоже говорит, но полная гармония. Если наше сердце будет находиться в полной гармонии с сердцем Шрилы Прабхупады, Шрилы Гурудевы, и тогда их желания, они явятся в нашем сердце, и мы будем действовать соответствующе. А если мы не предались полностью, даже если на 80%, если мы предались, то все равно нам нужно какое-то практическое руководство. Когда мы находимся даже в полуобусловленном состоянии, даже если мы на 80% освобождены, то все равно нам нужен Гурудев, который будет помогать нам идти по пути. А когда вы полностью на 100% предались, и ваше сердце находится в гармонии, то вы видите, это автоматически будет происходить. Какие-то материальные люди, они могут находить какие-то недостатки, как, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж, кто был его гуру, когда Шрила Прабхупад ушел. Но не нужно сомневаться в этом, поскольку если мы возвысимся до того уровня, мы увидим, что Гурварга, она присутствует и вдохновляет нас совершать ту или иную севу. Но в обусловленном состоянии нам нужно кто-то, кто будет помогать нам идти по пути, чтобы мы совершали служение. Поскольку обусловленные души автоматически они не могут делать то, что нужно. И вот первая искренность. Искренность, если у нас нет достаточно искренности, то тогда никогда в жизни мы не сможем развить настоящее самопредание. И вот поэтому в киртанах мы можем найти то, что Йогота Вичаре Кичу Нахи Бхай Томару Куруна Сару. И вот Джагита Вичара, Кичуна Хипай, Томара Корона Сар, эти слова можно найти в киртанах. Test me, what is your quality, so that you have come to me to take Disha. Sadguru, Садгуру, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Шридхар Махарадж, они захотят проверить нас. Если они будут проверять нас, чтобы определить, достойны ли мы божественного знания или нет. Но второе, то, что они аватары милости, они Гора Каруна Шакти, они олицетворение милости, и благодаря этой милости они могут дать нам шанс, что у нас появится возможность совершать баджан. И таким образом Гурупад Падма, он дает нам такой шанс. И вот если он будет проверять наши достоинства, то мы не сможем пройти.
его экзамен, но смотрите, самоискрение, если у нас есть искренность, единственное, что нам нужно, это искренность, а все другие качества автоматически придут к нам. Единственное, что нам нужно, это наша искренность. И тогда от Гурудева все другие качества не явятся в нас. Все, что было невозможно для нас, оно станет возможным. Как вот в этой шлоке говорится, «Пан Гум Лангайте Гирим», что даже хромой может пересечь горы. И как это возможно? Это не какая-то такая философия сказочная, нет, это возможно по милости, все возможно. И таким образом мы можем постепенно обрести силу и привести в гармонию наше сердце, сердце Гурудева, и в последний момент нашей жизни перед смертью, если наша сердце не будет находиться в гармонии с сердцем Гурудева, то в этом проблема. Мы вынуждены будем опять родиться. И вот если ваше сердце будет находиться в полном гармонии с сердцем Гурудева, и я хочу вам сказать нечто сокровенное. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит нам, что наш материальный ум, он всегда думает о чем-то. Наш ум не Чинмой, а Чидабас. И вот ум у нас вроде есть, но видеть мы его не можем, но он есть. И по его действиям можно понять, что он есть. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что ум, он Чидабас. Он не чит, а отражение, буквально тень чидабас. И когда наше сердце будет в полном гармонии с сердцем Гурудева, и мы будем исполнять все указания Гурудева без всяких споров, без всяких возражений, и в этом случае автоматически, когда преданные, они совершают баджан, и так постепенно мы обнаружим. И вначале мы должны практиковать садхана бхакти. Садхана бхакти значит наша бхакти. Бхакти можно видеть. Нельзя видеть бхакти, но признаки бхакти можно видеть. Садхана бхакти, как мы узнаем об этом, когда мы будем следовать нашему гурудеву, то тогда мы совершаем различные действия через наши действия и органы чувств. Они все делают что-то, и через эти органы чувств мы что-то делаем. И вот садхана видха бхакти мы можем так практиковать, и постепенно станем успешными. И чинмой. Когда мы обнаружим, что наш ум чинмой, когда мы поймем, что наш ум стал чинмой, достиг совершенства, и вот такое совершенство значит, что наш ум полон трансцендентных мыслей о даме, о наме, о севе, о гуру и вайшнавах. Мы не можем видеть ничего материального. Мы, если посмотрим на наш ум, то увидим, что ничего материального в нашей жизни не осталось. И в этом случае это 100% точно, что мы все возвысились до такого совершенного уровня. И на таком совершенном уровне материальные страдания и радости, уважение и позор, они не будут никак затрагивать нас. Будьте осторожны, я говорю нейтрально о всех признаках чистых преданных. Они не думают о том, кто будет уважать их, кто оскорблять, кто еще что-то. Они не придают значения этому.
у них нет никаких желаний отомстить. То есть они не хотят никого поучить, никому отомстить, и обычных людей, они, если им что-то не так сделать, они всегда отомстить хотят, но в случае с чистыми вайшнавами это не так. Я уже говорил, когда Рамануджачарья, его пытались отравить, и с Чаранамритой его тоже пытались отравить. На Куреши напали, но все же Рамануджачарья, он никогда не гневался. Он думал, что все прямо или косвенно сделано Верховным Господом. И вот все гуру вайшнавы, они никогда не выражают такого негативного настроения. Негатив на настроение очень опасно. Это значит, что вы находитесь в материальном состоянии, и то, что вы не можете стать успешным, может, у вас есть какие-то особые качества, чтобы как-то очаровать людей, как может видеть какие-то чародеи, фокусники, они могут очаровать вас своей магией, своими способностями. И практически вот в этом мире те падшие души, They have some power, it's a yogic power or some, you know, black magic. Practically, you can go to Vrindavan. Guru fall down 5 years, follow all the way. Caught red-handed, but still with disciples. Guru в Вриндаване падают и... How? But they have some... Hypnotizing power, they're catching. Делают недостойные вещи какие-то, но все равно ученики очарованы им, они иногда не видят это, смотрят, но не видят. Но умонастроение садгуру полностью отлично, он сам совершает служение, после его сердца оно полно Кришна-бхакти. И всегда, каждую часть секунды, он все делает для того, чтобы Кришна был доволен. И кто-то однажды спросил Шрилу Прабхупаду, кто такой вайшнав, как мы можем понять. И Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто всегда, все время пытается делать что-то для Верховного Господа, для Гуру Вайшнавов, его дхамма и всего, что связано с ним, тот, кто всегда пытается что-то сделать хорошее для Гуру Вайшнавов и Верховного Господа, и все, что связано с ним. Pre-planned, you know, procedure, that is not. That is not a symptom of a pure Vaishnava. So, actually point is there, вот суть в том, что in the life of в жизни Шрилы Прабхупады Бхактина Такура мы видели много проблем, случалось, но даже Мадхвачарья, который очень могущественен, но все же с Мадхвачарьей много проблем случалось, но Мадхвачарья никогда не хотел отомстить никому. А с другой стороны, я хочу сказать особое, что случилось, как с Харидас Такур, его били на 22 различных базарных площадях, причем сильно били, если кого-то на одном рынке забьют, он уже помирал, но тут на 22 базарных площадях Харидас Такур был избит, но все же Харидас Такур, он молился Господу, что «О Господь, сделай так, чтобы они обрели
какое-то благо. Они не знают, что делают. И таким образом, мы всегда помним об этом, что без милости Гуру и Вайшнавов мы даже через секунды не можем существовать. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады. Каждую часть секунды мы должны молиться о милости Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И этот секрет Гауди Баджана, какой уже секрет, каждую часть секунды мы должны молиться, мы должны думать и осознать свою слабость. О Господь, мы не можем делать то и то, и помоги мне. Это такая процедура Гауди Баджана. Если кто-то будет учить вас какому-то другому баджану, то я не отвечаю за это, но происходят различные виды проповеди, как позитивные, так и негативные, но это не наше дело. И вот смотрите, Харидас Такур рубили на 22 базарных площадях, но все же Харидас Такур молился Господу, чтобы Господь простил их, поскольку они не знают, что делать. Смотрите, они гневались на Харидас Такура. Они получили указание убить Харидас Такура, но Харидас Такура молился и о их благе. И какова причина? Поскольку Харидас Такур, он был предан, его сердце было полно преданности. Что значит бхакти? И я могу привести много примеров, чтобы вы поняли ума настроения Вайшнава. И вот смотрите, Харидас Такур молился: «О Господь, пожалуйста, прости их, они не ведают, что творят». И Прахлад Махарадж, вчера я говорил о нем, он молился за этих детей демонов. И вот там можно также вспомнить случай с царем как Драупади, смотрите, ее похитили этим. Drupadi was kidnapped by Dushala, husband of Dushala. Муж Душала. Муж Душала похитил ее. Nana, whose head was cut and fall into the hand of? Yes. His name. I forget the name. There you. They actually kidnapped. И вот он похитил Драупади. И после этого, в итоге, Нарада, он Джайадрата его звали, как-то так. И вот и Драупади плакала, никого не было. И в итоге Нарада, он сказал, что жену вашу похитили. Кто вот этот похитил? Джайадрата и Бима Арджуна. Они пошли на помощь. Бима с палицей и Арджуна с луком. Арджуна все окружил огнем, чтобы тот не смог никуда убежать. И тогда Бима пошел и поймал его, и как собаку выкинул на дорогу. Или тащил его как собаку к стопам Юдхиштхира Махараджа. И что этот Юдхиштхира Махарадж мог сделать? Он очень спокойный, очень разумен. Если вы хотите понять, кто такой Юдхиштхира Махарадж, если вы поймете, то вы возвыситесь в вашей жизни. И вот
у Юдхиштхиры спросили, как же наказать этого человека, о царь. И Юдхиштхир Махарадж со спокойным умом сказал: это он Драупади похитил, и давайте спросим Драупади, что же сделать ему. И тогда Юдхиштхир Махарадж спросил о Драупади, что, как наказать этого человека. И она сказала, что освободи его. Почему? Если ты убьешь его, то твоя сестра Душала, она станет вдовой, и мы не можем так сделать, поэтому отпусти его. Как отпустить? Ну, его обрили с одной стороны и выкинули. И это Джаядрата, вот случай, и сын Ашвадхамы тоже такой же случай. И вот в то время его привели закованным в цепи, и Драупади сказала: если вы убьете, то ваш Гурудев, точнее не Гурудев, это жена Гуру, потеряет этого своего сына. Он как-никак этот сын вашего Гурудева, и поэтому мы не должны убивать его. И таким образом мы находим, что такая мягкосердечность вайшнавов, поскольку вайшнавы всегда милостивы. Я несколько месяцев назад говорил об одной шлоке. И вот там я говорил, какова красота кукушки, это перевод шлоки, ее голос. А для женщины ее целомудрие, ее должному, достойному мужу, это в этом ее красота, ее верность достойному мужу. А те, кто очень страшны, для них образование является их красотой, их видя. Но для саду, те, кто настоящий саду, настоящий саду. И такое смирение можно найти в сердце гуру вайшнавов. Если я приведу несколько примеров, вы поймете, может вспомнить, несколько лет назад я говорил, что когда Сиддханта Госвами Махарадж, кто опубликовал Веданту и Упанишад на Хазри, его мать есть в Калькутте. И вот он думал, что Шрила Прабхупад его дикшагуру, а Бхакти Виваку Бхарати Махарадж его дикшагуру. И вот, когда Бхакти Виваку Бхарати Махарадж ушел из этого мира, он стал ачарьей Мадха. Он был очень строг. И после этого он предупредил нескольких саньяси, чтобы они вели себя достойным образом, не ходили в дома хозяев, особенно в дома одиноких женщин, и что у вас нет права заходить в такие дома, но эти саньяси не слушались и все равно ходили. И вот он повторял снова и снова, они не слушали, и вот ему надоело, и Шрила Сиддханта Махарадж забрал их одежду саньяси,
сорвал с них одежду саньяси и выгнал. Но сейчас редко можно найти таких сильных личностей, таких ачарий, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, который бил саньяси за недостойное поведение. Вот таких, к сожалению, не осталось. Или Шрила Кешава Госвами Махарадж, он тоже заставил поститься по три дня тех, кто саньяси, которые вели себя недостойно. И таких ачарий, к сожалению, сейчас нету. И вот Шрила Прабхупад, он очень уникальный, редкий ачарий. И вот Шрила Прабхупад, и также много раз он прощал кого-то, кого-то и наказывал. И вот эти саньяси захотели отомстить Махараджу, Сиддханте Махараджу. И ночью зима была, Махарадж спал, дверь не закрыл, и с укрывшимся одеялом он спал. И вот они, саньяси, пришли с топором и хотели отрубить голову ему. И вот со всей силы ударили и ушли. А по милости Нитянанды в этот день Махарадж наоборот спал. То есть где голова была, там ноги были, а где ноги – голова. И вот… В общем, ему сильно повредили ногу, и вот те преданные поняли, те саньяси, ну, точнее, другие преданные поняли, кто тот виновник этого, и возбудили дело в суде, и слушание, когда происходило, Сиддханте Махарадж был позван в суд. И вот когда этого преступника привели, и вот судья спросил, вот это он, кто напал на вас ночью, знаете вы его? Махарадж посмотрел на его, в его глаза с большой милостью смотрел на него и сказал, что нет. Что вы говорите? Это он, этот преступник, он хотел убить вас. И Махарадж сказал, нет, кто-то еще. И вот его отпустили, и в тот день мы поняли, что Сиддханте Махарадж насколько, как настолько строг и настолько милостив также. Внешне можно найти, что вайшнавы иногда очень жестко говорят, или внешне может выглядеть, что они бессердечны, но будьте уверены, что они более милостивы, более милостивы, чем кто-то еще. Вайшнава, они более милостивы. И нельзя понять сердце Вайшнава. Если вы будете что-то говорить о Гуру Вайшнавах, то это будет оскорбительно. И таким образом я могу пример привести один за одним, чтобы доказать, что Гуру Вайшнава, они это само о воплощении милости. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Вайшнава Чаритра Сабай Павитра. Это его киртан, я прошу вас петь этот киртан. Thakye Shada Mauna Dhari. Baba, what I say?
И вот Шрила Бхактина Такура пишет в этом киртане, что деяния вайшнавов, они всегда чисты. И тот, кто оскорбляет их как-то, то Бхактина Такура не хочет говорить с такими людьми. И вот он с теми, кто оскорбляет вайшнавов, моя просьба, если вообще хотите обрести бхакти, вы не можете оскорблять их, но такого правила, что вы не должны никаких дел иметь с ними. Конечно, гуру вайшнавы могут отругать их, что-то сделать, это, они имеют на это силу и право. Когда гуру вайшнавы говорят жестко про кого-то, то они не получают никакого, никакой ответной реакции, поскольку это обязанность гуру вайшнавов. Они находятся на нейтральном уровне, и нет у них зависти. Но все же они говорят, почему? Чтобы предостеречь вас. Чтобы вы стали без этими осторожными. И вот много раз я уже говорил, Туласи Дас говорил. Это обязанность садгуру, поскольку вы сейчас действуете как садгуру. Это ваша обязанность вести людей должным образом и должны показывать, что есть ложь, а что истина. И если кто-то думает, что это бессердечность, показывать людям, что есть что. Я могу пример привести из от Шри Чайтаньи Махапрабху, он наилучший учитель всей Вселенной. И вот однажды Брахмананда Бхарати пришел в тигриной шкуре, и Махапрабху сказал, что Брахмананда Пури приходит, можете ли вы должны привести его к вам? Нет, я должен идти к нему, он наша Гуру Варга. И вот Махапрабху пошел к нему, чтобы встретиться. И как он пришел к Брахмананда Бхарати, спрашивает, где же Брахмананда Бхарати? Здесь он. Нет, это не он, не может, это не Брахмананда Бхарати, как это возможно? Как это Брахмананда Бхарати будет ходить в тигриной шкуре? Нет, это наверняка не он, что вы говорите мне. И вот смотрите, учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и тогда Брахмананда Бхарати сразу понял, что Махапрабху не хочет, чтобы я носил тигриную шкуру. И тогда он пошел, поменял свою одежду, пришел, и Махапрабху сразу узнал, да, что вот и Брахмананда Бхарати. Но смотрите, шикша в чем. Махапрабху хотел выразить почтение своей Гуру Варге. Брахмананда Бхарати, он Гуру Варга, но Махапрабху не смог принять то, что он сделал. Махапрабху не принял то, что он в тигриной одежде. Хотя, смотрите, он Верховный Господь, мог бы принять это, но все же Махапрабху показывает, если вообще какие-то неправильные действия, то не должны делать этого. Брахма – наш Адигуру. Внешне мы находим, что Брахма что-то плохое делает, бежит за своей дочерью, например. Если кто-то смеяться будет, это опасно. Может, это по милости Кришны, чтобы показать нам могущество Майи. Но те, кто не гуру, они могут совершить ошибку за часть секунды. И еще один пример я привести могу, как стать смиренным. И можно вспомнить, когда Дигвиджай Пандит, он пришли в Навадвипу, и в то время Шри Чайтанья Махапрабху, он был маленьким мальчиком, в школу ходил.
giving teachings about Vyakaran and learning something, student lila. That time Mahaprabhu was sitting. И в то время Махапрабху сидел на берегу Ганги. That time Ganga flowing very nice. Ганга. And prisoner with the you know with the water particles of Ganga, air flowing is a breezy. И дул ветер, была прекрасная погода, и Махапрабху сидел под деревом, и Дигвиджай Пандит пришел, и когда Дигвиджай Пандит он начал говорить с таким пренебрежением: «Ты не Майя, я слушал твое имя, поскольку ты очень ты преподаешь грамматику». Я слышал твое имя. И с таким пренебрежением он сказал, что Махапрабху сказал: «Да, я не могу достойно учить, поскольку сам не знаю Вьякарона, но я слышал, что вы великий пандит, и вот и здесь мы очень удачливы, и мы хотим выслушать от вас что-то о славе Ганги». И вот этот Дигвиджай Пандит начал сочинять стихи во славу Ганги. Причем не одну шлоку, а целую сотню сочинил. Махапрабху сказал: «Фантастические шлоки, но можете ли вы сказать вот в этой шлоке?» Махапрабху повторил ее, что шлока она прекрасна, но покажите, какие дефекты в ней, какие ошибки. Дигвиджай Пандит оскорбился: «Ты что, маленький мальчик, как ты можешь понять славу моего произведения?» И Нимай сказал, что «Да, понять не могу, но ошибки вижу. Я слышал от старших». И вот я думаю, если вы можете рассказать, какие ошибки в вашей шлоке. И вот и Махапрабху сам нашел четыре ошибки в этой шлоке, четыре недостатка. И этот пандит был очень ошарашен. Как это возможно, этот маленький мальчик, он нашел четыре ошибки в моем произведении. Он был ошарашен, не мог ничего ответить, стал безмолвным, и остальные начали смеяться. И Махапрабху сказал, что не смейтесь, может, вот этот пандит, он болен сегодня или устал, идите домой. Отдохните, посчитайте шастры, и завтра опять встретимся. Махапрабху, смотрите, никогда Дигвиджай Пандита не оскорблял. Правило такое во всем мире: если два пандита спорят друг с другом, то настроение одного пандита – это побороть другого. Как Балдавиди уже спорил с каким-то пандитом, с чем он надо паривари, но никто никого не хотел оскорблять, но условие было, что если кто-то победил, то у победителя проигравший должен был дикшу получить. И вот смотрите, ему настроение еще читание Махапрабху каково. И вот смотрите, даже те, кто напали на Махапрабху, эти Бхататари, они они похитили этого Калакришнадаса, слугу Махапрабху, и Махапрабху пошел, чтобы спасти его, и они хотели своими ножами, топорами убить Махапрабху, но эти топоры попадали на них, и они сами поранились ими. И вот, и однажды одни пашанди хотели отравить
then automatically prasadam. Then that bancha came and took the plate up and thrown, falling on head and cut the head of their leader, they're crying. Вот, в общем, он хотел отравить Махапрабху как-то, но кто-то тарелку забрал и с крыши скинул на них. И вот как же спасти обусловленных душ? Если мы хотим спасти каких-то обусловленных душ, то мы должны следовать особой технике. Как Кушти Випа. Можно вспомнить, когда Кушти Випа был спасен, Махапрабху обнял его и сказал: «Вы можете идти домой, и сегодня или завтра моя, она не затронет тебя». Махапрабху, он благословил его и сказал, что с сегодняшнего дня моя не будет беспокоить тебя, иди. Мы должны повторять святые имена Кришны. И вот он сказал тому преданному, чтобы он пошел и стал гуру в своей деревне, Васуда Випра. И тогда... So that time he was delivered and giving order, go and so this way Mahaprabhu transferred some power in him. И вот Махапрабху вложил свою силу в него, если он будет следовать всем сердцем Махапрабху, то тогда он сохранит полностью эту силу. И в начале духовной жизни я видел, если точнее, я показал какую-то преданность, а и потом, если мы отклонились от пути, мы увлеклись чем-то еще, то в этом случае мы гарантированно не достигнем успеха. И вот смотрите, одним за одним вы можете видеть случаи, когда и как сердце Вайшнава, оно всегда мягко. Они никогда не хотят отомстить никому. Я уже говорил об этой шлоке, что «Кама рупа тапасвина» «Тапасвинам» те, кто преданные, совершают аскезу. Практически это все применимо в жизни Гуру Вайшнавов. И хотя кто-то может говорить, что это тоже применимо в жизни тех, кто совершает какие-то другие аскезы. Смотрите, Хираньякашипу, он совершал суровые аскезы, но толк вот это Хираньякашипу тот, о ком говорится, что никто в прошлом, в будущем и в настоящем такого не делал, но я не говорю о нем, поскольку его аскезы были не для того, чтобы Господь был доволен, а для того, чтобы обрести силу, чтобы обеспокоить весь мир. И вот и вчера также я говорил, я могу показать, что ума настроение Вайшнава, можно вспомнить о Сарвабхауме Бхаттачарье. Вайраги означает непривязанность, но это отречение, но это зрелое отречение. Когда наше сердце полно бхакти, то автоматически непривязанность, она явится, она проявится в нашем сердце. И вам не нужно будет показывать людям, что у вас есть отреченность. Это автоматически произойдет. Or problem chikataya vidya vishamandi vasta diskurso. Our Prabhupada giving Шрила Прабхупад, он напоминал снова и снова, если вы запомните эти, забудете эти две шлоки, вы можете стать демонами. И будете нападать на других гуру вайшнавов, и никогда не забывайте эти шлоки. Вот это письмо Шрила Прабхупада Махарадж собирается перевести вскоре. They cannot follow. Okay, no problem. So here you see. Вот здесь, смотрите, вайраги – это виде, в случае с чистыми гуру Вайшнава, вайраги – это виде, есть видя и авидья. Видя – значит знание. And ignorance, avidya. So, avidya
И вот авидья не может задеть чистое Гуру Вайшнава. И эта шлока, она неприменима к Хиране Кашипу. И когда я говорю, что видя, в этой шлоке имеется, говорится, что для страшных людей их красота в их знании, в их образованности. И Камарупа Тапасвина, и Кришна 108 раз он прощал Шишупала. Он пообещал своему дяде по отцовской линии, что я прошу его 108 раз, и после этого, и вот смотрите, ума настроение Кришны. Кришна перед всеми этот Шишупал оскорблял, говорил всякую ересь про него, но Кришна ничего не делал, но когда 108 оскорблений он совершил, то Кришна, он взял свою Сударшан чакру и отрубил голову этому Шишупалу. И вот я могу напомнить вам, когда вы потеряете ваше терпение, это значит, что вы не вайшнав. А когда вы потеряете ваше терпение, это одно из доказательств, что вы не совершенный вайшнав. И любой ценой мы не должны терять наше терпение. И в следующие дни я могу показать. You're going to lose, essency. Then in that case, big problem happens. И вот если мы теряем терпение, в этом проблемы возникают, поскольку основа проповеди. Какова главная? Перед тем, как начать проповедовать, можно с какие-то особые силы и качества, но это не нужно в проповеди. Это дерево, которое не... Смотрите, как деревья, например, если кто-то рубит деревья, то деревья не возмущаются. Оно не возмущается, что вы сидите под моей тенью, едите цветы, плоды и берете мои листья. Что я сделал для вас плохого? И вот эти деревья не возмущаются, и Гуру Вайшнава, они также не жалуются ни на что. И завтра я могу говорить о том, каковы же признаки чистых вайшнавов, то, что они не обижаются и не жалуются ни на кого. И это главный признак чистых Гуру Вайшнавов. И во всей жизни никто не мог как-то вывести себя Шрилу Сиддхартхи Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа, Пури Госвами Махараджа или Вамана Госвами Махараджа. Вот таким образом мы видим. Ахо Ишам Варам Джанму. И вот Кришна говорит, смотрите, эти деревья и кустарники, они очень прекрасны. Они служат другим, не ожидая ничего взамен. Терпение значит, а если кто-то потерял терпение, то значит, что он отвернулся от лотосных стоп групп, от Падме.
И до тех пор, пока мы находимся под сенью лотосных стоп Гуру Падпадмы, мы не будем чувствовать, как вот слишком жарко, слишком холодно, слишком голодно или вожделение какое-то. Все будет находиться в гармонии, поскольку я могу пример привести. Когда один океан, если вот какой-то Тихий океан добавит 1000 галлонов воды и измерить, сколько там состав воды как поменялся, или если собрать 1000 галлонов воды с Тихого океана, то ничего не поменяется, и также такого же ума настроения гуру Вайшнава, поскольку они всегда находятся в связи с Анантадевом. Пытайтесь понять это, почему они не чувствуют никакого неудовлетворения никогда. Почему? Почему не беспокоятся ни о чем? Почему? Только потому, что они находятся в связи с Анантадевом, с бесконечностью. Анантадев находится там, и как они могут чувствовать какую-то неудовлетворенность, возделение или еще что-то. И такого умонастроения гуру, чистых гуру Вайшнавов, мы должны понять это очень четко. И вот Бхактина такого говорит так. И среди всех парамахамс мы очень удачливы, что мы обрели Гуру Кишордас Бхагавати Махараджа, который лучший из парамахамс. И Шукадев Госвами, он также лучший из парамахамс, но все же Шукадев Госвами иногда ругает кого-то. И вот Парамахамса Шрештха Шрила Шукадев Госвами, он никогда не просил ничего ни у кого. Он принимал только молоко, но которое само к нему приходило, и то редко. И вот этот Шукадев Госвами Парамахамса Шрештха, он говорит так. И вот Шукадев Госвами иногда ругает. Usually this kind of animal you can find in Himalayan place, because they are very passive there. If there is no white, they can not feel happy. They cannot feel happy. If you get too much white, then they feel happy there. Then I can go very, now you are very good. So we are actually this kind of animal. You are Shukadev Goswami, that's right. If Bhagavan is there, then. Таких материальных людей всякими словами не особо приличными, как, например, смесью этих лошадей и ослов. Такие животные популярные в Гималаях, они не чувствуют себя счастливыми, пока не несут какой-либо груз. И также мы похожи на этих животных, несем груз материального существования и довольны этим. Ну, Шучила Джаганнатха Гуру Кишордас Бхагавати Махараджа, он чем уникален, то, что он говорит то, что есть что. А другие парамахамсы, они обычно молчат. И вот Рунтидев также, смотрите, какое смирение было у него. Рунтидев, он молился Верховному Господу: «Господь, Ты все наказание, которое Ты хочешь дать этим живым существам, отдай его мне». И вот так Рунтидев молился Господу. И вот еще можно вспомнить место, где Харидас Такур была оскорблена одним гопалом,
в Саптаграме, где-то деревня Рагунатхадаса Гасай и Хиранья Гавадхана. Там их дом. И Ударандатта был там же. И вот те браманы, они их оскорбили. Харидас Такур только говорил Харикатху, никогда не оскорблял никого, говорил о славе Харинама. Но этот браман там был, он очень такой глуп и с вызовом сказал, что вы говорите, что Харина может дать то, что не могут дать аскезы. Вы отвечаете за эти слова. Вы этот бачал, который говорит всякую ересь. И вот он назвал его таким словом, оскорбил Харидас Такура, и все начали возмущаться, что этот Хиранья Гавадхан, он сказал, что ты глупец, оскорбил Харидас Такура, уходи отсюда. И этот человек сказал, если святое имя не даст то, что вы, о чем вы говорите, вы отрежете свой нос, а если даст, то я отрежу. И Харидас Такур спросил, зачем вы так разгневаетесь? Это все качества Харинама. Харинам, он всемогущ. Харинам, он очень могуществен, что даже самый последний грешник не сможет совершить такого греха, последствия которого не могли бы быть очищены с помощью Харинама. Но Харидас Такур, смотрите, совершенно не гневался, и когда этот человек ушел, все начали причитать, что же он сделал. О Господь, мы тут видели это оскорбление великого Вайшнава, и что же нам делать? И после этого, в течение дня, в течение суток этот Гопал, не Чапал Гопал, а кто же Гопал, Гопал Чакравати его звали, этого оскорбителя. У него был очень красивый нос, но он в течение суток сгнил из-за проказы сгнил. И вот все сказали, действительно, эти достойные наказания ты получил. В шастрах я могу показать вам одно за одним доказательством, что если вы совершите какое-то серьезное оскорбление, то разовьете туберкулез или проказу или прочее. И из-за оскорблений кровь ваша перестанет течь должным образом. И тело оно станет токсичным. И эта лепрозия, она, и проказа, она возникнет у вас. И вот все сожалели их, а Харидас Такур, он был очень спокоен. Почему вы так обеспокоились, так возбудились, что? И все же тогда, и тогда Харидас Такур сказал, что он не виноват, а привык спорить и спорит со всем его ум, он в его уме идут различные интерпретации, и то есть его ум, он пытается спорить со всем, и поэтому он так сделал. Вы смотрите, нельзя найти такого случая, что Вайшнав оскорбился на что-то и захотел отомстить. Нет ни единого случая, ни единого доказательства за всю историю вайшнавизма, что так случилось. Даже
Смотрите, если вы этот весь мир не видите в связи с Кришной, смотрите, если вы не утвердились в Адвайтаддхатве, и тогда вы, нельзя сказать про вас, что вы вайшнав. Есть одна единая татва, где вы нашли, что кто-то оскорбляет меня или кто-то хвалит меня, или кто-то хочет украсть что-то от меня. У меня это Адвайтаддхатва, вы должны связать всю эту Вселенную, все эти бесчисленные миры с Кришной. Это все Кришна организовал. Дуру Махарадж был оскорблен своей мачехой, то, что он сделал. Не хочу напомнить вам об этих всех вещах. И тогда... И вот Друва, когда был оскорблен своей мачехой, он расплакался, пошел к своей матери и сказал, о, и она спросила, о, с мой сын, что случилось? Друва ответил, меня оскорбили, мачеха не дала забраться мне на колени своего отца. И вот Друва рассказал все, что случилось подробно, и мать начала говорить, что ты не должен... Сожалеть, я не удачливая женщина, у меня очень мало удачи, поэтому царь оставил меня в уединенном месте, не принимает меня в качестве жены. Может, я какие-то ошибки, оскорбления совершил, и ты даже неудачлив, поскольку я родился из моего чрева, о, мой сын Друва. Не плачь, ты думай всегда о том, что тот результат, который ты получаешь сейчас, это результат твоих прошлых действий. Ты не должен никого обвинять в этом. И вот мать Дувы сказала, о, Дува, мой сын, любые наказания, оскорбления и прочие последствия кармы, которые приходят к тебе в этой жизни, ты должен знать, что это все из-за твоих прошлых жизней, и не нужно обвинять кого-либо в чем-то. И тогда Дува Махарадж получил совет от матери о том, что полное решение всех проблем – это Кришна Бхакти. Единственное указание, которое он получил от матери, она сказала, что лотос Оки Хари, он может решить все твои проблемы. Вот Шри Кришна Чайтанья Нитьянанда Прабху, они могут решить все наши проблемы. И вот Друва Махарадж начал совершать свой баджан. И тем временем, когда Друва достиг успеха, он начал думать, что если бы моя мать не оскорбила меня, я не обиделся бы и не пошел бы спросить совета моей матери, и мать не дала бы мне таких прекрасных советов, и я бы не отправился в лес, чтобы совершать аскезы. И поэтому я вчера говорил, что те гуру вайшнавы, они позитивно думают всегда, хотя они говорят жестко, может быть, но они сами думают очень позитивно. Они говорят, чтобы исправить нас не с гневом. И вот там думают. И вот смотрите, думать положительно обо всем, это зовется Вайкунтха Даршаном, кто-то если оскорбляет нас. Но мы должны это позитивно принимать. И если мы сможем смотреть на все позитивно, это зовется Вайкунтха Даршан. Понимаете, какого великолепия. И вот сейчас Друва Махарадж из этого случая, Друва Махарадж, он совершал, начал совершать баджан, достиг успеха, и сам Хари явился, чтобы увидеть своего маленького преданного. А
часто наоборот происходит, что мы совершаем баджан, и Кришна или Вишну, они... Да, они могут даровать нам даршан. То есть, если мы совершаем свой баджан, Кришна, Вишну, Нитянанда, они являются нам. А каков признак этого? То, что если преданный получил полную милость Нитянанды, то тогда он увидит какой-то огонь во сне или как-то наяву явится. И симптомы, благодаря этим симптомам мы можем понять, они почувствуют, что кто-то поддерживает их и помогает, и если кто-то будет выступать против такого великого преданного, то все развалится. Вы можете проверить, выступить против Шрилы Прабхупады, Шрилы Харидаса Такура, то и вы увидите, что вы очень быстро погрузитесь в полностью материальное существование. What is more punishment than this thing? Nityananda going to put in material ocean with material places for him. What can be more dangerous punishment than that? Is the extreme punishment. Better this you can beat me, cut me. И вот лучше, если Кришна как-то накажет нас, но и вот если совершите оскорбление лотосным стопам Гуру Вайшнавам, то Кришна, он отвернется от нас. И вот смотрите, Гуру Вайшнавы, они олицетворение, они вот, а точнее, вот этот Дво Махарадж, он видел Кришну в Господа Мадхусудана Хари во всех обстоятельствах. И вот лотосовки Господь Хари явился перед ним. И в этом случае сам Хари сказал, в Бхагаватам описывается, что этот Хари, он не... Смотрите, Хари не пришел, чтобы даровать ему свой даршан, а пришел, чтобы увидеть своего преданного. В Бхагаватам говорится, что этот Шри Хари хотел очень сильно увидеть своего маленького преданного, не показать себя, а увидеть его. И таким образом, смотрите, Брахма, наш Адигуру, он хотел дать нам урок. Таттену кампам сусамик шамано, любые проблемы, которые вы встречаете в вашей жизни, и в моей жизни много проблем, каких-то препятствий, случалось. Кто-то ворвал все до последней копейки, всю собственность, и ничего не оставалось. И Махарадж вынужден был в лесу жить. Люди думали, что Махарадж сегодня, завтра умрет, но Махарадж жил долго. И вот если... Но кто защитил меня во всех этих ситуациях, Гурдев? Only mud, ground, and I arrange only two kambal, nothing, very light I put, and months after month, not sleeping, only this is, I couldn't sleep. That is very good, it is one kind of blessing in my life. If that kind of enduring power is not developed in my life, then I would have died by this time. They all wanted to develop disease in my life, this, that, so kill me. Why? Why Jagai Madhai want to break the head of Nityananda? Почему Джагай Мадхай хотели ударить Нитянанду, поскольку Нитянанда хотел принести им благо, это единственная причина. Почему Джагай Мадхай хотели не ударить Нитянанду по голове перед Нитянандой все демоны, они таяли буквально. А эти почему не хотели ударить его? Почему другие люди хотели убить Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати? Поскольку Шрила Прабхупад показал путь,
которым нужно идти к абсолютному благу. Почему эти два демона хотели напасть на, напали, точнее, на Сидданти Махараджа, поскольку Сидданти Махарадж, он думал о их высшем благе. Почему кто-то препятствует моей харикатхе? Только единственная причина, сидя на Вьясасане, я говорю, что у меня нет враждебности ни по отношению никому. Единственное, что я хочу, это получить, показать путь, и так как мы должны двигаться. Кто-то из старших может говорить ложь, и если не говорить об этом, что он говорит ложь, это нехорошо. И многие спорят со мной, что они, ну, например, кто-то заявляет, что все ученики Шрилы Прабхупады не его паршады, но это не так, поскольку Шрила Прабхупад пришел в этот материальный мир, и, то есть если верить таким людям, то получается, что Шрила Прабхупад пришел в этот мир и ушел, никого не спас в процессе. А почему Шрила Прабхупад принял саньясу, чтобы спасти других? И я могу напомнить вам о Рамачандре Пури. Рамачандра Пури, он всегда критиковал преданных. Почему? Он говорил, что он ученик Мадхавендра Пурипады, не он старший. Ну и что? Я знаю, что кто-то может старше быть, но что толку от этого? Как в этом случае, если он ученик Мадхавендра Пури, то это далеко не факт, что он получит ту же силу, что и этот Мадхавендра Пури, а еще Пурипад, он получил полную милость Гурудева. И благодаря своей великолепной Гуру-Севе, он, Верховный Господь Парад Паракелешвар Шри Чайтанья Махапрабху, он вынужден был принять его как гуру, чтобы выразить ему таким образом свое почтение. Мадхавендра Пурипад, он, когда этот Ишвар Пурипад, он всегда ухаживал за ним, убирал все. И никогда не возникало у него в уме никакой материальной концепции в моей жизни, по милости Гуру Вайшнава. Если у меня тоже такое служение было, один Вайшнав оставлял тело, я видел его, он лежал как сумасшедший. Он даже не мог ходить в туалет, ходил под себя, но я служил ему, и по милости Гурудева я никогда не думал ничего материального. Никаких материальных идей и концепций у меня не возникло о нем. Вайшнав, он трансцендентен. И вот смотрите, в случае с Рамачандра Пури, он всегда находил недостатки в Вайшнавах, что говорил, что вы так много едите. Вот что, день так много денег, как вы сами тут накладываете. Ну, этот человек сам накладывал, сам упрашивал взять просады побольше, а потом, когда все кончалось, начинал ругать, что вы тут делаете, все сожрали, совести у вас нету никакой. И таким образом Вайшнава Парадха – это нечто, то, что не может из-за Вайшнава Парадхи вы не сможете достичь освобождения, жить за жизнью. И даже если такой человек станет Шанкаром Шивой, то и то это ему не поможет. У Шанкара Шивы Махадева много имен. Но так или иначе, даже если вот Шива, он совершит Вайшнава Парадху, то и то он не будет прощен. И вот относительно Вайшнава Парадху мы должны быть очень осторожно. И вот Рамачандра Пурипад, он критиковал Гуру Вайшнавов, и в итоге что случилось с ним? Это Вайшнава Апарадха, она, смотрите, из-за этого он начал находить недостатки от самого Верховного Господа. И вот он говорил Махапрабху, что вы тут обожрались сладости наверняка, что
вокруг вас муравьи бегают. Махапрабху, ничего не сказал, поскольку он тоже был гурвагой внешне. Махапрабху ничего не сказал, но этот критиковал его, что вы слишком жадны, что так обожрались сладости, что муравьи вокруг и бегают. И вот Махапрабху позвал Говинду, actually the prasadiva getting from me one fourth of that. И вот Махапрабху сказал Говинде, что сейчас буду есть 4 раза меньше. Вот 1/4 того, что обычно ты готовишь мне, давай отдай другое кому-то, раздавай. И все начали плакать: о Господь, не нужно так делать, но из-за этого Рамачандра Пурипада начали ругать его: зачем ты? Махапрабху сказал: зачем вы находите недостатки в нем? Он правильно мне сказал. И Махапрабху сказал, что саньяси, он должен, и саньяси должен жить скромно, и все правильно сказал, что нужно меньше есть. И вот я 4 раза меньше есть буду. Вот смотрите, Махапрабху даже в нем недостатков не находил, и в итоге этот Рамачандра Пури, он полностью пал. И можно вспомнить случай с этим Амогом. Этот сын, точнее, этот муж дочери Сарвабхаума Бхаттачари. И Сарвабхаума Бхаттачари его не пускал его, но тот хотел зайти и посмотреть, что же там Махапрабху ест. И вот он просто из зависти хотел посмотреть. И вот однажды дверь, окно было открыто, он мимо проходил и увидел, что и сказал: у Махапрабху столько есть, 20 человек могут наесться этим рисом. И Сарвабхаума Бхаттачари пошел с палкой, чтобы отлупить его. И Сарвабхаума Бхаттачари начал плакать. И жена Сарвабхаума также: о Господь, мы позвали тебя, чтобы оскорбить тебя, прости нас. Прости нас, пожалуйста. Махапрабху засмеялся и сказал: почему он как ребенок, зачем вы обижаетесь на него? И после этого, за течение нескольких часов, этого амока, холера появилась, очень опасная холера. Он на волоске смерти был. И в любой момент он мог умереть. И Махапрабху, он принял прасад, ничего не сказал, успокоил их и сказали, что ешьте прасад, и они ничего не ели, постились. И когда Махапрабху узнал, пришел и обнял этого амога: что ты маленький мальчик, почему так ведешь себя, может, ты иди прими прасад с нами. И Sati going to become widow. How Mahaprabhu can bear? Samaprabhu said, I can go to Sarvabhu. Where is he? Is going to die? Touching the heart of that Amok. И вот Махапрабху пошел в дом этого Амока, чтобы спасти его, поскольку он муж этой дочери Сарвабхаума Бхаттачари. Если он помрет, то дочь Сарвабхаума Бхаттачари станет вдовой. И вот он сказал, что ты браман, и твое сердце должно быть чисто, чтобы Кришна мог там находиться. И вот он прикоснулся к этому амогу и сказал: о, амог. Естественно, сердце брамана, оно очень чисто, поскольку те шудры, если они станут ачарьями, то
они не могут никогда перестать сожалеть, поскольку Шуда кто такой? Шукон короти эти Шудаха, то есть тот, кто всегда сожалеет, скорбит о тех вещах, которые недостойны скорби и сожаления. И Махапрабху, прикоснувшись к сердцу этого Амока, Басати ей джугго стхалу хай. Кришна басати, Кришна can sit inside your heart. Кришна, он может явиться в твоем сердце, поскольку Кришна, сердце Брахмана должно быть чисто. А зачем ты призвал в свое сердце зависть и прочие нечистые вещи, которые оскверняют его? Why you are going to invite Master Jayachandra jealous like you know Chanda to sit there and make the place contaminated so that Krishna cannot come? Pavitra sthan, I know what speaking actually Mahaprabhu speaking. И вот что Махапрабху сказал. Sahaja nirmal ei brahman hidoy. Сахаджа нирмал эй брахман хидай кишнер басати эй джогго стхал хай. Масаджа чандал кэни иха басайла. Павитра стхан кэна павитра бэйла. Эйза мута чайтана маха. И вот таково умонастроение Махапрабху. Он спросил, почему ты оскверняешь свое сердце? И вот мы следуем Гуру Махапрабху, насмотри, вся наша Гурувага, не все из них совершенны. Я не хочу никого оскорблять. Я прикасаюсь к Туласи, говорю абсолютно истине. Смотрите, Шрила Прабхупада, почему он принял саньясу. То все ученики Шрилы Прабхупады, они не освобожденные души. Шрила Прабхупад принял саньяс. И вот в этом киртане Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа говорится, что Шрила Прабхупад, он спаситель падших. Смотрите, все, кто приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, нельзя сказать, что все они вечные спутники Шрилы Прабхупады. Если бы это было так, то он, это значит, что он никого не спас. И смотрите, если вы увидите, что кто-то из нашей Гурваги, они исполняют желание сердца Шрилы Прабхупады прямо без каких-либо отклонений. Это и есть его вечный спутник, а остальные нет. Я научным образом покажу и расскажу об этом. Те, кто не всегда говорят о Шриле Прабхупаде, о его учении, только вот эти, они есть вечные спутники Шрилы Прабхупады, остальные нет, не все. Не все, а те, кто так заявляют, они не правы, поскольку кто-то говорит, что все, кто получили харинам, дикшу и саньясу от Шрилы Прабхупады, они все его вечные спутники, но это глупо просто. И так только глупцы заявляют. Кто-то был в обусловленном состоянии, по милости Шрилы Прабхупады, достиг освобождения или еще не достиг, это тоже может быть, но так или иначе, если вы увидите, что они отклонились от пути Шрилы Прабхупады, то, несомненно, они не спутники Шрилы Прабхупады. Нитья-паршады – это не признак нитья-паршадов. Нитья-паршады – это тот, те, кто полностью предались лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Если моя жизнь, она продана лотосным стопам Шрилы Прабхупады, даже если вы отрубите мою голову, то я все равно не изменю свои сиддханты. Я могу привести пример, когда Санатан Гасай решил броситься под колеса Радха-ятры. Махапрабху сказал: «О, Харидас, смотри, что делает этот Санатан, а что случилось? Если я дал какую-то собственность тебе, у тебя есть право тратить или продавать это? Нет. Если я дал тебе это на хранение, ты должен хранить целости и сохранности и вернуть, когда нужно». Я почему? Санатан хочет пожертвовать свою жизнью. Он хочет совершить самоубийство. Санатан, не прячься.
я, если бы это помогло, если это самоубийство помогло бы в обретении Кришны, то я мог бы совершить это самоубийство 1000 раз. Если это бы помогло в достижении Кришны, я мог бы 1000 раз оставить тело у Санатана, просто оставив тело этого мало. Нужно совершать баджаны, хотя они вечные спутники, но все же Шрила Махапрабху говорит, если оставлю свое тело, если это поможет обрести Кришну, то я готов сделать это 100 раз, но это бесполезно. И вот во Вриндаване я говорил, и вот на хинди так звучит. И Кришна не так дешев. И вот Махапрабху говорит, что твое тело это не твоя собственность, а моя собственность. Ты уже предался мне. У тебя нет права думать и говорить как-то отдельно от меня, как ты смеешь. И тогда Махапрабху обнял Санатану и сделал его тело золотистого цвета. Он тот день пока заболел ее, он сразу исцелился. И Санатан подумал, что Махапрабху обнимает меня, это плохо. Я пока заболею, лучше я брошусь под колесницу Джаганнатха, чтобы иметь право на самоубийство. Я объясню весь даршан Шрилы Прабхупады, те, кто собираются проповедовать, чтобы их проповедь она достигла успеха, и они не пали в этот материальный океан. И вот смотрите, снова я могу объяснить день за днем постепенно эту шлоку. Any question? Any doubt? No. I am speaking about him also. Somebody, so many people criticizing him in old age. Going foreign country, old man. Maharaj laughing. Maharaj laughing. Let them criticize. Maharaj going there and you know preaching nicely. Maharaj never speak any sahaja siddhanta. I heard the Harikatha of Maharaj, I was very inspired, very nice. He never, Maharaj was not Sahajiya, Maharaj was very strict, Maharaj used to say, И вот когда Бхакти Вайбхав в Пури Госвами Махарадж ездил на проповедь за границу, то многие критиковали его. Но он говорил очень достойные вещи, вел себя идеальным образом. И я приношу ему свои поклоны.